Всем привет! Сегодня вторник, второй день занятий. О, здесь у нас, конечно, жесть жестяная, я не знаю, минус 15-19 сейчас. Надо посмотреть, сколько у нас градусов. Скажу, напишу мне сколько. Я сейчас иду. Вот, аж рука дрожит. Иду в кораблик, у меня там заказ. Покажу, что. Просто у меня уже сегодня последний день. Я выскочила, пока я пойду забирать, я вам поставлю занятие. У Яры сегодня была физкультура, позанимались. Корабликова, как хорошо близко. Я что, думала, дальше надо идти? Нет, сейчас мы уже дошли. Сейчас я зайду, заберу, вы пока посмотрите. Он сейчас занимается, массаж, ЛФК. Сегодня уже поспокойнее, конечно. Да, кораблик, кораблик, как тебя попасть, кораблик. Мне кажется, отсюда. Если ты будешь падать с ней прямо на колени. Что ты боишься? Так что тебе никуда ты не упадешь. Не хочешь это. Значит, Лев. Ага, конечно. Сколько надо, когда надо, вообще даже не спрашивайте. Я смотрю, вы там хорошо сайт сделали, вот этого ваши. Она раньше не было, а сейчас смотрю фотки, и это, да. Активный, да. Ну, кто у вас, этот рекламщик появился, да, хороший? Ну, сейчас вообще сюда девочка. Да. Сейчас, да. Может, на этом акцент. А потому что это необходимо, понимаете, это чтобы... Теперь, да. Честно говоря, сейчас заходишь, даже ну, приятно знаете, знать, что вы знаете, что вы делаете, чем, как говорится, какие мероприятия проходят. Супер, в глаза смотрится, да? Ну да, фотографии, это... видео, то есть... Какие читать новости, какие что? Не то, что читать новости, ты просто имеешь представление об этой организации, что нет, ну, как. Это, ну, они вообще поменялись, блин. Значит, живая. Конечно, почему одно дело там. Есть этот чат в WhatsApp у нас. Ну, я имею в виду, что раньше же это такого не было. Я не знаю, кто там скидывает, я не думаю, что сама завет еще. Могут хотя. Как ее вот это. Фамилия. Нет. Кто у вас это? Елена, когда помнили? Директор. Да, да. Директор, да? Короткий, да, такой черный, это та стрижка, да? Ну, пока мне тогда да, по плечи, да. Ну, сами родители чата, она там скидывает какую-то информацию постоянно, там что-то. Мы же раньше узнали о доброте только через-через, а сейчас он открываешь, в принципе, и много чего можно узнать. Начиная с адреса и кончая уже всех мероприятий. Просто же не надо туда напоминать, одна девочка, она пишет, мил, кто есть, чтобы диагностировать раз, да? Ну, то есть, как бы, она так там ставит в садике раз. Я говорю, ну, ты знаешь, ну, вот я знаю, раннего диагностика, это в доброте. Она говорит, ну, мы там уже ходим. Уже пошли туда, да? То есть, как бы, там поставили, да? То есть, как бы, она просто... Мы не ставим диагноз. Нет, там же вот эти диагностика первой развития. У нас диагностика есть, у нас как бы... Но они ставят... Берем на заметку. Нет, ну она как бы поэтому, да, она не ставит справку, но они говорят, что вот им надо, чтобы дальше, она говорит, просто там уже диагностируют, подсказывают, там же говорят, диагностика к чему... Диагностика анкетку заполняет. Ну к чему, что типа, есть, нет, то есть там поставили, видно, что есть проблема. Да, и направляют уже куда обратиться, что... То есть как бы она уже ищет, да, все как теперь дальше. Какие решения, да, говорят, направляют. Хорошо, выстрел. Я просто забыл, но я уже включил. Я тебя накрыл, уже все сделал. Держать тебя? Че, четвертой пары рук не хватает? Хорошо. Молодец, молодец. Яр, опять мне дашь вот этой ручкой? Давай, давай, давай. Нет, я на одной стоим, а вот этой даешь, давай. Хорошо, поставь ручку хорошо. Давай, теперь вот этой ручкой поднимай.
5, выше, тяни. Хорошо. Давай этой ручкой. Тяни, Яр, тяни ручку. Нет, вот 5, глядя моя рука. Так, давай. Умница, нет, одна стоит, одной даешь, давай вот эту. Яр, поднимай. Выше. Умница, еще давай. Да. Смотри, пожалуйста, вперед, Яр. Встаем. Последний, Яр, давай. Подъем. Молодец, стоим. К папе давай наклонимся вниз. Поднимайся. И подъем, Яр. Давай. Поднимайся. Не, руки отпустите, он поднимается. Поднимайся. А ну, давай. Ага, еще. Еще давай. 16 раз. Паша, пацан. Давай. И глазки. До конца. Минус 13. Поэтому меня явно шторит. Сосудистые сейчас дела. Опять активизировались мои. Надо, может, ножку поглотать. Или что-то. Потому что у меня невысокое. У меня давление даже 120. Иногда даже бывает 117 на 80. А быстрее всего сосуды, наверное, играют. Низкое атмосферное. И вот ходишь, идешь, как будто минус 18. И надо почаще по улице выходить. И опять сосила дома. И все. Сейчас я иду в другой кораблик. У меня другой заказ заберу. Потом вам дома все покажу. Не знаю, передаст, не передаст. Камера. Кстати, какой снег. Правда, еще и ветер. Но снег метет. Только так. Я нашлякалась. Сейчас Андрей там будет. За 3 раза мне звонил. Как дела? Ну, спать явно он хочет. Я считаю, что сутки больше уже. Вторые на ногах. Сегодня ребята не стоят, видно, холодно эту неделю. В основном здесь пост. Кстати, наша Мика тоже стояла в свое время. Там 2-3 года подряд. А здесь она стояла на посту. Ну ты не гуляй, здесь, конечно, ветер сейчас. Даже с Яськой не выйдешь. Я не знаю, минус сколько уже. Было минус 13. А сейчас видите, как метет. Купила хрустиков и не взяла. Сейчас у нас подсел. Подсел пацан на хрустики. Постоянно трескает. Вот. Сам садится на кухне, включает планшет. Типа никто не трогайте. И он сам с собой там сидит. Лопает. Вот. Поэтому купила еще. Чтобы уже было. Посмотрим. Всякого взяла немножко. Ну по чуть-чуть так сладости. Потому что иногда хочется. Я в основном беру сладости такие, мы конфеты не едим. Это вот рахат лукум. Покажу, что мы взяли, сейчас приду. Так что не отключайтесь, далеко. Пришла домой, сейчас сижу немножко, пока с Ярой Андрей покушал, пошел отдыхать. А у нас, смотрите, как метет там, сейчас покажу вам. Ужас, сколько там. Прям снег метет. Я, кстати, цветочки пересадила, не показывала вам, по-моему, тогда. Мне как-то так закрутило меня, завертело. Может быть, вот это сейчас погода минусовая, почти минус 16-17. Сегодня погуляла немножко, но все равно. А здесь это мы с Ярой сажали, но пока еще ростки не выходят. А, здесь надо тоже полить еще. Что, когда? Сейчас будем разбираться. Это вот сидит чудо. Все грязное. Ужас. Там кушал я. Яр, ну слюну глотай. Ну что ты сразу слюна потекла? Хорошо. Ремонт. Купила на скидках, был там магнитик тортик. И вот он схомячил практически весь. Вкусный был? Яра.
Ну, слюни, пожалуйста, не оставляй. Что-то слюни-то текут у тебя. Пришла, почитала комментарии. Девчонки, вообще, как можно вот так, я не знаю, извратить, перекрутить и по-своему все преподнести, что даже на лыжах ребенок, честно говоря, у нас давно вообще об этом мечтал, про попробовать, посмотреть, как оно будет. Мы с ним проговариваем, разговариваем. Естественно, никто его не потащит никуда, если он этого не хочет. Единственное, что может быть вариант, когда идет какая-то реабилитация. Яр, подожди, то мы можем, конечно, его не то что не спросить, но сказать, что там как-то уговорить, поговорить, но вот эти всякие ипотерапия, лошади, то есть как бы, да. Яр, не трогай, подожди, я тебя сейчас вытру. Яра, не трогай планшет, руки грязные. Лошади, а потом что, бассейн. Вот эти лыжи мечты, то есть как бы, да, вот такие всякие развивашки. Честно говоря, естественно, мы все это с ним обсуждаем, это говорим. Иногда он что-то просит сам, ну, в меру возможности. Если это есть возможность, то, конечно, я его устрою на это все. Если не получается, нет возможности, то, ну, по каким-то причинам, по финансам, конечно, это очень такая, получается, дорогостоящая игрушка. У нас это в прошлом году было лыжи мечты. Как объяснить? У нас здесь есть... Типа называется такая организация «Город надежд». Но за счет того, что мы с Ярой постоянно уезжали, приезжали, то есть в свое время они когда начинали, они начинались на бесплатной основе. Родители, Яр, пока не трогай, я тебе руки вытру потом. Деток сраз. Они это создали, такую организацию. Потом какой-то момент получилось. Туда мы подключились. У нас много было, мы даже общались. Даже получилось как-то мы были темы. Надо было мне, вот я с министерством была, она со мной связывалась, все. Ну, в общем, короче говоря, суть в том, что оказалось, потом они перевели это все на платную основу, там ежемесячные сборы, ежемесячные, в общем-то, свои там, у них грант они выигрывают, но еще собирают деньги. Я этого, когда мы, получается, нас не было, мы были в Евпатории один год, и когда они это все перешло на платную, нам как-то никто не сказал, нам было не до занятий этих. Яр, подожди. Там занятий как таковых не было, организация только организовывалась, там что-то они пока делали. Но они стали вот это все платить. Получилось, что мы не заплатили, и они нас исключили из этой организации. Естественно, я точно так же обиделась, я просто потом не стала. Думаю, ну, вы исключили, исключили, что я должна буду лезть? Потом как-то получился момент, когда, ну, это не мой был вариант, а там были другие девчонки, которые хотели попасть на занятия. Они там как бы организовали в итоге эти деньги. Государственные создали, там как-то я не буду сейчас мутить, говорить, чтобы тоже не было лишнего, сказал мазал. Как они занимаются, с кем они, кто это платит, это бесплатно, родители это, не родители. Ну, в общем, итог того получилось, что когда там они принимают, опять теперь уже принимают как-то голосование, то получается, что ты должен, как, знаете, как там, как объяснили. То есть то, что ты становишься членом этой организации, еще не значит, что твой ребенок попадет, потому что педагогов мало, занятий мало. То есть, как бы, ну сколько человек педагог может заниматься? Ну, 5, 6, 7 там детей в день, да, если рабочий день, если еще тем более не полный рабочий день. И естественно, что со всеми детьми он заниматься не может. И если я найду, я поставлю, так оно было интересно высказано, в том плане, что мы вас принять в организацию сможем, но только с двухмесячным, там, по-моему, типа, ну как, пробный период, то есть ты должен показать, ты там приходить должен убирать, ты должен приходить там, ну, что-то делать, во-первых, это вклад денег, ты должен теперь класть деньги туда тоже ставить. Но с твоим ребенком не факт, что это будут заниматься в этот период, в первый, даже не рассчитывай. То есть ты должен научиться заниматься, ну, как бы так получается, да, с другими детьми. Вот. И я сейчас не буду никого не комментировать, не надо говорить, что да, а вот твой ребенок типа самый умный, мой ребенок не самый умный. Я сейчас не к этой позиции говорю, а в том плане, что то есть. То, что будут вообще заниматься или не будут, это еще не вариант, не факт. То есть, если с ним будут заниматься только если, там уже, значит, как бы, ну, все свои вот эти первые, они все распределятся в места. А если уже что-то будет оставаться или что-то там будет, какая-то возможность, только тогда твой ребенок сможет попасть на какие-то занятия туда. На бесплатной основе, на платной основе. Ну, как бы, знаете, честно говоря,
Ням-ням-ням. Ну, давайте так, без откровенно, мы каждый все равно родитель пытается сделать для своего ребенка, правильно, в первую очередь, если мой ребенок не ходячий, но я буду там вкладываться, ходить бесплатно, то есть как бы заниматься и без вариантов того, что мой когда-то ребенок попадет в эту группу, да, чтобы занятий. В общем-то, в принципе, мы не стали заниматься, так, и вот этот город надежд, то есть мы туда даже не стали уже больше вступать. То есть как бы пусть они там крутятся, уже сами вертятся. Походить по магазинам с ребенком или приготовить, я также готовлю, да. А 5-6 человек, честно говоря, ребята, они, если вот такие, как Ярослав, не говорящие, там кто-то там еще что-то, то сказать, что, как говорится, нужна социализация. Я считаю, что здесь социализация это ни о чем не будет, там социализироваться. Это мое личное мнение. Нравится оно, не нравится, как бы кому-то обидно, не обидно, но это уже не социализация, это просто игры. Знаете, типа, я же мать, я притащила вам его, я же вот хожу, я занимаюсь, он социализируется. Чем? То, что там не ходячий ребенок, сидя также в коляске, рукой потыркает чуть-чуть, типа, готовит пиццу, и потом кусок свой съест и уйдет домой, то я не считаю, что это верх социализации. Ну да, он увидит еще как 5 человек, таких же, как он, тоже что-то там тыкают, да, или не тыкают. Социализироваться они должны в обществе, в общем обществе. Мое мнение личное. А не, опять же, не в своем обществе, понимаете? Социализация как понятие, это надо, чтобы человек понимал, что ему нельзя в общем. А не то, что он приходит и с ним опять там сюкаются, с ним опять там играют, с ним опять потому, что он же особенный. И ему опять это все вот так же, да? То есть и не будет простого ребенка, который скажет фи или не фи, что-то мне нравится в тебе, а что-то не нравится. Будут опять все родители, опять своих же детей и опять же свои вот эти проблемы. У меня прям синяки такие, я вообще балдею в последнее время с самого себя. Надо мне прям вот выходить, наверное, с утра, где-то час-два уходить на улицу, уходить. Или пойти анализы. Я даже не знаю, какие анализы сдавать. Я так понимаю, что это просто какая-то все-таки пошла интоксикация у меня. С давлением у меня вообще все норма. Единственное, что у меня не норм, то есть если я вот сейчас вот встану резко. Почему-то мне кажется, у меня все-таки проблема идет от печени. Сейчас вот она на печень шарканула. Вот это мне больше и больше все дается. Ладно, опять я переключилась на себя. Короче говоря, и вот эти лыжи мечты, это создали... Ну, не то, что создали, в прошлом году, типа это было для вот этих детей, было бесплатно. Для их, а остальные все дети были платные, но там было для групп было очень так это, ну, в основном ходили те дети, поэтому платной основы было очень мало, кто мог попасть. Мы даже не лезли. А в этом году сделали для всех бесплатно. То есть, естественно, те дети тоже часть отсеялась, потому что за деньги уже нет такого интереса ходить. Поэтому мы сейчас смогли попасть, но опять же, мы пока не смогли попасть вот к этому тренеру Дмитрию, которым я с ним там в ролике видно, да, он под, с ним подходит, вот там помогает ему обувь выбрать, разговаривает, заставляет его поднимать голову, стоять ровно. Ну да, он немножко так разговаривает, как типа вау-вау-вау, ну типа по-детски. Но в то же время он, ну так, прощупывал, как я понимаю. Сейчас сяду, посижу. А, вот. Яру, я все вытерла, только Яру не вытерла. Покажись. Здесь все чисто, стол все, а Яра остался у меня грязнюка. Ладно, сейчас надо тряпку убрать, тащить. Вот. И пока, получается, в эту неделю, ну, я, честно говоря, сейчас и сама в эту неделю уже не лезу, потому что минус 16, минус 17. Честная такая погода, когда вот по большому счету реально... Ты где? Где я? Когда реально, честно говоря, сильно и даже не хочется туда лезть, ты понимаешь, что... Холодно. Очень-очень холодно. Сейчас я посмотрю. Ну, вот сейчас он даже у меня на улице показывает вот минус 11 градусов. Все равно, но там и за счет того, что там метет, Яр, не подсоединяй, потому что у нас нет там телефона. Получается, от того, что сильно метет, там достаточно холодно. Вот. И ветер. Яр, ну метет там, потому что я вот выходила, но сейчас WhatsApp, потому что нету там номера телефона, не подключен на планшете у тебя. Короче говоря, как бы вот так вот получается.
ну, сказать, короче, как всегда, короче. Я начала за здравие, закончила за упокой. Но сказать, что ребенок недоволен, ребенок не хочет, это нужно тебе, поверьте. Мне это меньше всего нужно, потому что я пошла, у меня опять перепад. Я так думаю, пошел все-таки это горно-лыжное, плюс это было минус 11, даже больше градусов. И у меня после того момента, да, я пришла, да, мы поехали, приехали, и у меня вот голова 2, она начала играть. Какими-то спазмами в тот день. И вот уже 2 дня у меня эта голова, она опять не проходит. То есть, как бы, я так понимаю, у меня сосудистые сейчас дела идут, они какие-то свои, да, вот. У меня в основном всегда зимой. То есть, грубо говоря, сейчас надо к морю уезжать по-хорошему, да. Вот, или заниматься, сейчас посмотрим, я посмотрю, как-то, может быть, витамин С, может быть, даже я просто буду утром вставать рано, и пока Яра спит, и Андрей спит. Единственное, что в рабочий день, когда он будет на работе, ну, 3 дня я могу ходить, 1 день не ходить, вот так. Вставать, правда, ротово. Ну, а когда он с утра на работе, он может приходить вечером, посидеть с ним, а я буду вечером выходить и просто идти, ну, прохаживаться не то, что до магазина, а вот по прямой куда-то пройти, туда и обратно вернуться, подышать воздухом и... чтобы кровоснабжение, потому что даже если я с Ярой здесь выхожу сейчас, я выхожу опять с ним ходить, и я так понимаю, у меня опять пошли вот эти застойные дела. Остеохондроз никто не отменял, горбыля моего тоже. И все. А сейчас в последнее время мы как-то с ним здесь дома больше сидим. Если делаем, то у нас получается учеба, школа, то есть такое, да, все. Выходим, вот это вот 2-3 недели вообще у нас здесь что-то заметают бешеное. Вот сейчас опять, вот как туда сейчас? Возможно, если бы мы жили сейчас бы там, видите, как он метет, может быть, мы бы с ним бы вышли бы во двор, но мог бы здесь тоже выходить. Я даже не знаю, здесь как такового двора нету, здесь как-то, знаете, вот за нашим, с той стороны, где мы во двор наш двор выходит, здесь, видите, здесь везде проходные такие ситуации. Вот здесь то же самое, здесь машины, непонятные, там лавочки есть, но они как-то не детские, там больше какие-то все вечно взрослые сборища происходят. И лишний раз вроде так вот, вроде даже, а на Площадь Победы сюда все-таки уже идти, а если даже не идти, то там сквозит так, что вот я сейчас шла, очень ветрено сильно, видите, оно прям вот метет и метет с ветром. Ну, хотя бы даже если без Яры, то самой все равно выскакивать на полчаса, давать какой-то круг и возвращаться. Яр, что ты здесь устанавливаешь? Яр, сядь ровно, пожалуйста. Ты мне скажи, ответь на 2 вопроса. You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything you said we'd be, we just traded for a suit, coat, and a tie.